Здравствуйте, добро пожаловать на канал новостей Инстафорекс ТВ. С вами я, Ольга Витковская. Согласно опубликованному в пятницу отчету Испанским бюро статистики, в феврале дефицит баланса внешней торговли страны значительно сократился на фоне увеличения объемов экспорта и резкого уменьшения импорта. По итогам февраля дефицит составил 1,18 миллиарда евро, что на 68,5% ниже данных за февраль 2012 года. Текущее сокращение стало максимальным с 1995 года. Годовой рост экспорта товаров ускорился на 2,4% до 18,4 миллиардов евро. В отличие от прошлого года, экспорт в страны еврозоны и ЕС снизился на 1,7% и 0,6% соответственно. Поставки в азиатский регион выросли на 24,7%, тогда как экспорт в страны Америки остался на прежнем уровне. Увеличение экспорта в страны Африки составило 15,6%. Вместе с тем объем импорта за отчетный период снизился на 9,8% в годовом выражении до отметки 19,56 миллиарда евро. Импорт из стран еврозоны по сравнению с прошлым годом упал на 8,8%, а импорт из стран ЕС уменьшился на 9,7%. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационной группой Инстафорекс ТВ. До свидания.